наши кандидаты Янка и Вадик неизвестно где. Гражданин, профессор, фигурочку зеванули. Позвольте конька. Да, положение алёхинское. Кто это? Откуда вы? Что за вид? Опять копали метро? Честное слово, нет. У нас был футбольный матч Аргентина-Урагвай. Мы набили Урагваю 12-0. Ну да, аргентинцев было двое, а я один. Ну ладно, марш мыться и заниматься. Владик, куда? Янка, не прыгай. Шарманщики, шарманщики, где ваши уши? Фа-фа-фа-фа. Еще раз. Еще 72 раза. Фу. Отдохните. Доброе утро, профессор. Давайся! Сдаюсь. Ну, то-то же. Слушай, а ты хотел показать мне ноты? А вдруг папа узнает, влетит? Трус. Кто трус? Я трус. На, держи. Каденция концерту Бетховена. Сочинение А. Малевич. А что такое каденция? Не знаю. Папино сочинение. Смотри, там еще что-то есть. Ну, как успехи вашего сына? Хотите послушать? Янка, сыграй нам Чакуанну. Ну, Янка, долго мы будем ждать? Thank you.
Позвольте, но это играет не ваш сын. Как не мой сын? Кого я просил играть? Себя или Янку? Что это? Мои лицензии? А где же ноты? Где Янка? Это что такое? Каденция. А что такое каденция? Не знаю. Что такое каденция? Не знаю. Так как же вы не знаете, что это за вещь, а берете? Каденция – это сочинение исполнителя на тему автора. Это мое сочинение. А вы берете. Папа, мы будем продолжать урок. Владик может идти домой. Янка, назад. Бери скрипку. Играй. 72 раза. 172 раза. Пока ты не будешь играть так же хорошо, как Владик. Понимаешь, разряды. Вот вчера даже за границу шла без помех. А сегодня и Москву не слышно. Стой. Послушайте информацию о всесоюзном конкурсе юных дарований. Громче. Передаем условия участия в конкурсе. Всесоюзный конкурс юных дарований состоится в Москве. Ну вот, опять вы с вашим радио разбудили Мишеньку. Здрасте, Иван Петрович. Здрасте, Евдокия Никитична. Ну как, Владик, слышал условия конкурса? Да вот понимаешь, Мишка. Неужели опоздали? Вот обида-то. Ничего, я слушала и записала. Садись. Только тише. Конкурс юных дарований состоится в Москве 20 августа. Делегаты республик поедут в особых поездах. Сперва отборочная комиссия, а затем открытый концерт. Ну вот. Теперь вы с вашим профессором заставите Владика целые дни заниматься. И ничего подобного. Вожатый поручил мне следить, чтобы ребята не уставали от уроков. Чтобы они купались, играли в футбол. А в Чапаева можно? А в Чапаева? Обязательно. Покажи, ну что у тебя там? Ничего. Ну давай, ну. Что это? У тебя поранена рука? Как же ты будешь играть?
промой их получше и приники ее. Почему ты, как старший, не остановил его? Разве можно останавливать во время боя? Что? Трубы трубят, пулеметы трещат, мы наступаем, я хочу прыгать. Он прыгнул, оборвался. Что такое? Какие трубы? Какие пулеметы? Довольно. Бери свои пулеметы и уходи. Я с тобой больше заниматься не буду. Сегодня руку поранили, а завтра голову оторвете. Иди и больше не приходи. Я не желаю, чтобы вы играли в такие игры. Ты должен помнить, что ты музыкант. И особенно беречь свои руки. Скоро конкурс. У нас так много работы. А как же Владик, папа? Как он теперь будет готовиться к конкурсу? Это меня не интересует. Я с ним не буду заниматься. Мой сын для меня дороже всех учеников. Понял? Тоже новости, и неприятные новости. Профессор отказался заниматься с Владиком. Отказался? Ничего не понимаю. А мы понимаем. Сын-то профессора тоже должен играть на этом конкурсе. Вот профессор-то и боится. Неправда! Профессор честный, хороший человек, а я виноват во всем. Я шалил и подбивал Янку. Брось! Янка плохой пионер, если он допустил это.
зачем сюда пришел? Я пришел заниматься с Владиком. Все, чему будет учить меня папа, я буду подробно передавать Владику. Только чтоб папа не знал. Браво, браво, папа! Браво, Альда Смена. Ну, Чапаев, твой Петька верен тебе. Я больше не Чапаев. Янка дал мне каденцию профессора, а я забросил ее на паровоз. На паровоз? Как на паровоз? На какой паровоз? Номер паровоза. Не знаю. У него был гудок ля-бемоль. Ля-бемоль? Ну да, гудок был в тоне ля-бемоль. Скажите, а у какого паровоза гудок ля-бемоль? Первый раз слышу, что гудок ля-бемоль. Я знаю, что делать. Валька! Тревогу! Забирай отряд! Мы должны найти паровоз! Ля-бемоль! За мной!
Не знаю. На тему Бетховена. С.О.С. Папа велит мне играть каденцию, а сам никуда не уходит. Что же теперь делать? Подожди, подожди. Подожди, подожди. Я, кажется, придумала. Иди сюда! Янка, ты здесь? Ты уже встал? Да, я встал пораньше и чувствую себя прекрасно. Сегодня мы займемся каденцией. Имей в виду, что каденция концерта Бетховена – это аттестат зрелости музыканта. Ты будешь играть на конкурсе мою каденцию, и я уверен, что ты будешь иметь такой же успех, как я имел в свое время на выпускном вечере в консерватории. Чего ты вертишься? Ничего. Папа, а ты дал бы играть твою каденцию Владику? Владику? Конечно, дал. А ты с ним встречаешься? Папа, когда ты спал, приходил Адам Иванович и просил тебя прийти к нему. А что ему нужно? Не знаю, очень важное дело. Адам Иванович? Угу. Странно. Женя, давай провод.
скорей. Ну. Положи трубку у рояля. Под ковер, под ковер. Провода не хватает. У меня есть еще, может, добавить. Не успей. Сейчас папа вернется. А твой папа ничего не подозревает? Нет. Я ему сказал, что за ним приходил сосед. Спасибо, что ты мне сказал. Это действительно важное дело. Да, принеси мне пенсне. Оно у меня на столе или в шкафу. А может быть, в новом костюме? Посмотри хорошенько. Какой у меня сын. Алло, алло, Владик, ты меня слышишь? Ну, перестанем играть в прятки. Я поступил нехорошо, но Янка исправил мою ошибку. Времени осталось мало, но мы успеем наверстать потерянное. Приходи поскорее. Я жду. В синем костюме нет пенсне. Конечно, когда они у меня на носу. Ну, за работу. Помни, на конкурсе у тебя будут сильные конкуренты. Вам говорю, Мишка спит. Значит, мы напрасно старались. И ты не мог нас предупредить, да? Я был занят. Чем? А ну покажи, покажи. Ну-ка, покажи, покажи. Каденция к концерту Бетховена, сочинение Влада Корсака. Вот это здорово! Thank you.
животное? Мое животное! Не могу животное. Да. Не могу животное. Но это замечательное, музыкальное животное. Оно играет на рояле. Честное слово. Спокойно. Снимаю. Раз. Ну, безобразие, неужели нельзя было подождать? Посмотри, мой Владик. Thank you.
помогать каждый другу обязан, не жалея ни сил, ни трудов. Через 1000 лет будет жить наш привет. Хорошо в стране советской жить, эх, хорошо свою страну любить, эх, хорошо в стране полезным быть, красный галстук с гордостью носить, да носить. Перед зеркалью решит этим шагом, помнит твердым заветным отцом, будь готов, будь готов, будь готов. Еще долго? А? Я думаю, скоро конец. А ты очень волнуешься, а? За Янку? Нет. Я уверен, что его допустят к конкурсу. А вот за себя очень волнуюсь. Ну что, ну? Ну как? Ну, рассказывай. Рассказывай скорее. Допустили тебя к конкурсу? Да, и председатель комиссии сказал, что я буду играть под оркестр. Это будет решающий день в твоей жизни. Ну, Владик, зато ты теперь должен играть под два оркестра. Корсак, Владик, Белоруссия. Помни, что я тебе говорил. Главное – спокойствие. Ну, рассказывай подробно. Сперва апельсин, ты мне обещал. Верно. Что говорили жюри? Они говорили, что я хочу апельсин. Ну, верно, получай. Ну, серьезно, что они говорили? Они говорили, что у меня правильное отношение к Бетховену, и я его чувствую. Во! Ну, теперь бы только допустили Владика, и победа за нами. За Владика я волнуюсь больше, чем за Янку. Может сказаться перерыв в уроках. Ну, я из него сделаю музыканта, у него все впереди. Бетховен начинал выступать 13 лет, а Владику только ведь 12. Что случилось? Почему ты вернулся? Ну, говори, говори скорее. Я начал играть, ну, сбился. Меня попросили повторить. Ну, дальше? Я начал сначала, почувствовал, что играю плохо. Остановился и ушел. Вот и все. Это я. Я виноват во всем. Но я знаю, что делать. Если Владик не допущен к конкурсу, то и Янка не будет играть. Правильно, папа. Я могу подождать. Бетховену было 13 лет. Владику 12, и мне 11. Я прошу вас не забывать, что Янка не только ваш сын и ученик. Он делегат отряда и представитель нашей республики. Янка должен выступать и победить за нас двоих. За вас двоих? Подождите, подождите, у меня есть мысль. Сколько дней осталось до концерта? 10. Очень хорошо. А что вы придумали, профессор? Узнаете на концерте. Пойдем. Очень
Концерт Бетховена исполнит Янка Малевич 11 лет. Ученик профессора Малевича, Белоруссия. Ну, не бойся, давай смелей. Здравствуйте. Я думал, что я буду первым. Прямо с поезда. Опоздали. Начало в 6 часов. Как в 6 часов? Мне сказали, что начало в 8. 8 часов, когда взрослые дарования играют, а когда юные в 6. Они опоздали. Там играет мой сын. Я 20 лет вожу скорые поезда, ни одной минуты не опаздывал. А вот на концерт сына опоздал. Мне там просьба, разрешите мне? Нельзя. Нельзя, никак нельзя. Нельзя.
Нельзя. Я вас очень прошу, там играет мой сын. Мне сказали, что начало 8. Я прямо с вокзала, а оказывается в 6. 20 лет вожу скорые поезда, ни на одну минуту не опаздывал. А на концерт сына опоздал. Нельзя, нельзя. Ну, я вас очень прошу, будьте добры. Нельзя. Вы поймите, 20 лет не опаздывал, а тут сын... Нельзя. Мне сказали начало в 8, а в 6 вот тяна. Нельзя. Прежде всего, это концерт, а не какой-нибудь радио. Я вас очень прошу, будьте добры. Нельзя. Нельзя. Играют концерт Бетховена. Тем более, значит, нельзя. Да играет-то мой сын. Сын. Ну, идите, только тихо, тихо. Thank you.
комиссия считает необходимым отметить каденцию к концерту, написанную юным композитором Владиком Корсак. Наша Родина обогатилась еще одним замечательным талантом. Кто же играл? Мой сын или ваш? Играли наши дети. Международный конкурс. Что вы тогда скажете? Перекрасть.